Доктор Шторм, мы дали вам 6 лет и миллионы долларов и не получили ничего. Что изменилось? Рид Ричардс. Он знает ответы на вопросы, которые мы даже не способны задать. Это наш шанс больше узнать о нашей планете и, возможно, даже спасти ее. Моя дочь Сью. Хочешь быть знаменитым? Хочу прожить не зря. Джонни, Рид. Он не подчиняется приказам. Особенно тех, кто говорит, он не подчиняется приказам. Не давай этим ученым вертеть тобой. Если начнут, позову тебя. С тобой так прикольно. Правда? Нет. Вы создали нечто невероятное. Вы уверены, что вам это по плечу? Да. По плечу. Это путешествие в другое измерение. С ума сойти. Я хочу лишь знать, где мои дети. Эти четверо выжили. У всех уникальное физическое состояние. Я хочу спасти друзей. Это невозможно. Наша сила должна служить людям. Ты открыл дверь, которую не в силах закрыть. Ты просто не знаешь о том, что приближается. А что приближается? Дум. Чтобы остановить его, придется пожертвовать всем. Скоро он начнет. 2 минуты. Может, чуть меньше.